то же самое. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. И не надо обижаться на Иисуса, не надо обижаться на Его Слово, надо согласиться и сказать: да, Господь, да, хорошо. Как мне это бы не было бы обидно, больно, но я соглашаюсь, мне нужно освободиться. Сам этот факт признания, что мне нужно освободиться, это уже половина, будем так говорить, работы. Это очень важная половина. Это вообще правильно поставленный диагноз, это уже, говорят, половина лечения. Да? Так вот, если ты правильно Божье Слово примешь, какое горько оно не было бы, и согласишься с ним, уже ты наполовину здоровый человек. Ты уже наполовину уже исцелился. Дальше уже работа твоя и Бога вместе. Прекраснейшая благородная работа. И, друзья мои, это как вот те евреи, что оказались в плену египетском. Друзья мои, Пасха учит нас, один из величайших уроков Пасхи какой? Что Бог своих детей в рабстве не оставляет. Он не бросает своих детей. И даже если его дети попали в рабство, даже в самое позорное, даже в самое страшное рабство, он всегда дает шанс выйти на свободу. И, друзья мои, и не только удивительно вообще, удивительно, но на самом деле евреи сказали однажды Богу «да». Они согласились и были выведены. Но все ли евреи вышли? Есть древнее еврейское предание, которое не так давно было подтверждено археологией, что часть еврейского народа тогда, во времена Моисея, не послушалась Божьего Слова, и остались они в Египте. И археологи раскопали подтверждение тому, что эти оставшиеся как бы в теплом местечке у себя в рабстве, там у котлов с чесноком и с луком, они были истреблены последующими фараонами, там, правителями, не помню какими уже. Они были истреблены. Друзья мои, с дьяволом переговоры вести нельзя. С дьяволом переговоров вести нельзя. И Моисей это правильно понял. Когда фараон торговался, помните ли, да? Он как некий такой, какой-то большой террорист, этот фараон. Он говорит: хорошо, вы совершаете службу Богу, жертву Богу, хорошо, но в моей земле, пожалуйста, не уходите далеко. Ну, как бы зачем вам так далеко уходить, как бы? Не заходи слишком далеко. Дьявол часто говорит нам это, да? Не заходи слишком далеко. Вот ты не будь фанатиком, вот оставайся в земле этой. Зачем тебе куда-то идти дальше? А потом говорит фараон: хорошо, не хотите в моей земле, но идите сами. Но зачем вам жена, дети? Вот сам верующий, и иди себе служи, все, флаг тебе в руки, говорится, да, шашки наголо и вперед. Но Моисей правильно понимал: мнение Бога нет, и мы, и дети наши, и жены наши, мы будем служить Богу. А потом фараон уже даже согласился: хорошо, вы, евреи, такие упрямые, уходите. Но, ну скотину-то оставьте, ну куда вам, в пустыню, вот эту скотину, значит, там животных, там, значит, ну это была финансовая жизнь, тогда это было как твердая валюта, будем так говорить, да? То есть сам Богу служи, но финансовая твоя жизнь, самый последний бастион дьявола, вот он, который он труднее всего сдает, как бы, вот финансы твои пусть они служат еще мне, дьяволу. Вот, но Моисей и здесь правильно понял Бога. Нет. И мы даже копыта не оставим в земле египетской. Мы даже еще больше, мы не просто все, мы еще ограбим Египет еще. Мы еще заберем Египет. Мы еще сделаем так, что они заплатят нам за все годы рабства нашего, унижения, уничижения нашего. Они заплатят все сполна, просто-напросто. И так и получилось. Слава Богу за мудрого Моисея. Слава Богу за его твердый характер, когда он Бога встретил, живого Бога. Не Моисей революционер, который, ну, как бы, своей собственной рукой добьемся мы освобождения, да? А, значит, пил египтянина там, закопал его, мы всех убьем и закопаем. Но слава Богу, что евреи не послушались Моисея революционера. Но Моисея пророка они послушались. Потому что Моисей пророк знал не просто, что мы поубиваем всех египтян, а мы знаем теперь, что есть Бог, который даст нам избавление настоящее. Слава Иисусу. И сегодня вот на примере вот освобождения еврейского народа, сегодня давайте подумаем об освобождении нас, верующих, церкви. Потому что церковь также в позорнейшем рабстве. Сегодня очень много душ находится просто как заложники дьявола. Большинство даже лишь называется христианами, но лично не имеет никакого общения с Богом. Друзья мои,
Ведь если христианин, называя себя христианином, человек называет себя христианином, но если он не знает Христа, если он не пережил духовное воскресение, еще один тест есть такой, проверь, как вот твой собеседник отреагирует. Вопрос себе задай сам, куда я иду? Вообще, мой день, куда я пойду? Рай или ад? Вообще, что, какое мое будущее? Или уничтожение, значит, или же славное воскресение, жизнь вечная? Друзья мои, выбор есть еще. Выбор есть. Аминь. Друзья, и Господь, Он не просто дает выбор. В Библии сказано, выбери жизнь. То есть Господь, Он дает, ну, как бы, направление такое. Он говорит, выбери жизнь. Зачем тебе умирать? Выбери жизнь. Слава Иисусу. И еще, кстати, вот, вот православный крест, на мне это старинный крест очень даже, но есть такая косая планочка такая внизу, там была записочка, где значит, просили объяснить даже значение креста. И вот, значит, и, но для меня это не талисман, но для меня это не оберег какой-то, для меня это знак моего служения. Вот, мой, если можно так выразиться, как религиозный бейджик мой, значит, но это ни в коем разе не средство самозащиты духовной, там, самообороны и так далее. Вот, я знаю, что никто на мне больше того, кто в мире, а тот, кто во мне, он больше того, кто в мире. Слава Иисусу. И вот, но вот эта нижняя косая планочка, она еще означает, вот есть такое объяснение красивое, я часто это использую в евангелизациях уличных, квартирных, в метро, когда мы проводим евангелизации. Я объясняю, что Иисус, Он как небесный регулировщик, поднял руки, и нельзя мимо Него пройти, проехать. Если ты автолюбитель, да, ты едешь, стоит регулировщик. Нельзя проехать. Ты можешь вырулить либо направо, либо налево, но нельзя мимо проехать Него. И вот, когда слышишь о Христе, у тебя есть шанс либо вырулить свою жизнь направо, в жизнь вечную, приняв Иисуса, приняв жертву Христа, вырулить свою жизнь направо, либо отвергнуть ее и просто-напросто, ну, лучше как бы побыстрее проснуться тогда, будем так говорить. Очень печальна судьба тех, кто вырулит свою жизнь налево, тех, кто не примет Иисуса Спасителем, потому что Господь, Он сам протянул руку помощи. Сам протянул руку помощи для каждого верующего человека. Слава Иисусу. И, друзья мои, я вкратце, потому что по запискам некоторые вещи я уже сказал вчера, и, значит, о многобожии тоже был в один из вопросов, тоже о многобожии, об этом уже менее пояснил, что многобожие, оно неприемлемо для христиан. И вообще, я верю в то, что реформация вот нашего 21-го столетия, она будет самой потрясающей вообще, это самой великой, потому что она охватит не только какую-то часть тела Христова, не только какую-то одну отдельную деноминацию, но она будет внеденоминационной, она будет выше, чем наши перегородки деноминационные, она охватит все Христа в целом. И один из первых таких важнейших критериев этой реформации будет именно возвращение к Иисусу, возвращение к первой любви, возвращение к тому, от чего отпала церковь. И, конечно же, здесь неизбежно мы должны распрощаться с многобожием, потому что нет ни в ком другом спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, лишь имя Господа Иисуса Христа. Здесь все очень просто. Мне жаль тех христиан, кто не ответит Господу «да» и останется в своих заблуждениях. Очень и очень жаль таких христиан. Вот, но хочется надеяться, что в нашей земле Господь просто образумит очень и очень многие души. Но нужна большая работа, наша работа, очень большая работа. Разъяснять, о вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Вот нас здесь сидят, сколько у нас здесь людей сидит, я не знаю. Но если каждый из нас хотя бы одну душу обратит, хотя бы одного человека направит на путь правильный, на путь истинный. Это уже грандиозная работа. Тот человек кого-то еще направит. Тот человек кого-то еще направит. И вы знаете, а может быть и не одного, и не двух даже. Друзья мои, это очень благородно. И еще, конечно же, разъясняя, мы должны понимать, что мы имеем дело, ну как на войне, как на войне. Мы в армии Господней, в армии Иисуса Христа. Поэтому очень важно подкреплять это слово свидетельством. Очень важно молиться за эти души, молиться
и трудиться, делание и созерцание. И вот, друзья мои, по поводу многобожия, это понятно, но есть еще вторая проблема, она как бы рядом всегда. Многобожие, оно часто поражало Израиль, мы видим это с Библии, да? В Библии мы часто видим примеры. Наверное, самый грандиозный пример, значит, времена отступничеств таких, времена, когда в народе израильском просто, с одной стороны, конечно, они не забывали о Боге, они помнили Иегову, но они начинали молиться кому-то еще, они начинали обращаться к валам различным, ну, как бы господам тоже, да, господам, как бы, да, к Астартам, там, кому-то еще. То есть они, не забывая о Боге истинном, они стали молиться кому-то еще. Это уже было мерзостью в глазах Бога. Друзья мои, и многобожие неизбежно ведет к идолопоклонству. Оно где-то рядом всегда. Где-то рядом всегда. И поэтому Господь, когда там на Синае в 20 главе Исхода, Он говорил заповеди, вторая заповедь гласила следующее, что если первое, что я Господь твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, то есть, а его где лицо? Везде. Нельзя укрыться от него. То второе, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, ревнитель, наказывающий детей. Друзья мои, то есть проклятие идолопоклонства, оно не только уничтожает поколение современное, но и дальше поколение третьего, четвертого рода. Это очень серьезное проклятие. И ты скажешь, но изменилось ли отношение Бога к идолопоклонству сегодня? Ведь сейчас Новый Завет, время благодати. Друзья мои, но в Новом Завете также, даже в самой последней книге Библии, мы ее читали сегодня, книгу Откровений, можно еще раз прочесть. Друзья мои, идолопоклонство это не просто проблема, которая приносит разрушение для нашей вот временной жизни, будем так говорить, земной жизни. Здесь на земле портит кровь христианам, но и приносит проклятие вообще и уничтожение, просто смерть. Друзья, можете посмотреть это в Библии. 21 глава книги Откровений, предпоследняя глава книги Откровений, 21 глава. Здесь говорится, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Друзья, страшна судьба идолослужителей. Страшна судьба. И поэтому, друзья мои, необходимо бодрствовать здесь, убегать идолослужения просто-напросто, избегать всячески идолослужения. Конечно, вы скажете, ты православный реформатор, ты говоришь об этом вот твоим православным христианам. А при чем здесь мы? Потому что большинство сидящих здесь это евангельские верующие с протестантских церквей. Но, друзья мои, даже в самой евангельской протестантской церкви, может быть, я кого-то разочарую даже, но может уживаться махровое такое грубое идолослужение, идолопоклонство. Даже в самой евангельской церкви. Здесь дело не в вывесках, не в названиях абсолютно. Да, конечно, здесь, допустим, в воскресенье, кто был здесь в служении, я проповедовал, и здесь все было на виду. Здесь не было изображения, допустим, кого-то из умерших пастырей, которым бы поклонялись бы, допустим, целовали бы, или же Иисуса, или апостолов, или матери Иисуса. Здесь нет мощей, можете проверить даже в тумбочке, нет, абсолютно здесь все чисто, здесь не учат вообще такому как бы грубому идолопоклонству, здесь нет такого. Однако же можно быть любостяжателем и быть, идолопоклонником, согласно Библии.